Здравствуйте всем. Меня зовут Энже, и я сегодня тоже, как, наверное, многие из вас, пою впервые с микрофоном. Моя песня будет называться «Je t'écris». Она на французском языке, который я учу и очень люблю. И это переводится как «Я пишу тебе». Я пишу тебе с разных уголков света. Спасибо. Je t'ai